Ford Fusion, осмотр. Микроны, авто. 10900. Комплектация SE, 14 год выпуска, 2.5 бензин, пробег 126 тысяч километров. Черный металлик. 200. Крыша, шпаклевки нету, капот. Шпаклевки нету. Крыло 250, 187, 224, 540, 433. На грани шпаклевки, но это не шпаклевка. Не заводская шагрень. Вот 970, здесь шпаклевка. 2060, здесь шпаклевка. На углах шпаклевки нету. По краю элемента, внутренний край, выведено 1100, 300, 250 в этом углу. В уголочке есть шпаклевочка. Пока мы тут упали на дно, торг такие 90. 901. Да. Какой год? Здесь не видно вроде бы. Дальше дверь. 250. 200. 215, 240. Здесь не заводская шагрень. 232. Шпаклевки нету. Элемент крашен. Дальше. 235. 192. 218, 220, если не сработал, 217, 208, 190, четверть, 220, 239, 217. Двести. Ой, пластик. Ё-моё. 218. Легкий износ деталей. Ну, на видео видно, да, видно. 250. 218. 220. Здесь шпаклевки нету. Шагрень заводская. 233. Легкие недомогания бампера. 190. По аркам. Вмятина. Вмятина. 224. Царапина. 219. И это пластик. Поэтому не меряю. 192. 197. 221. 272. Элемент крашен. И это... есть крашена лодочка. 198. 225 крыша. 250. Дальше по элементам еще смотрим. 237 износ, царапинки. 300, 400, 300, 410, 400. Элемент крашен. Судя по цифрам, 500. Нормально. Шпаклевки
Шпаклевки нету. Так, 980, вот, шпаклевка, все выведено. 500, 1340, есть шпаклевка. Этот элемент, там его. Здесь. Это крыло. Шпаклевано, окрашено. Так. Капот. Капот ровненький. Дальше идем. Открываем все. Смотрим. Здесь нормально. Здесь 200. 150. 156. Здесь видно. Салон изношен. Пробег, повторю, 126 тысяч километров. Но это американские километры. Ну, в смысле не мили, а именно американские километры. Большое количество автомобилей с минимальным пробегом могут быть такие изношенные. 139. 146. 152. 14-й год. Окна четверки трясят. Так, это что такое? Фуяо. Это не оригинал. Стекло. 153. 147. 143. Здесь нормально. Дальше. Багажник. Пружину нужно подтянуть. Здесь нормально все. Все заводское. Не хватает, конечно, запасочки. Все на месте. Все на месте. Обшивка есть. В фарах рыбы нету. В фонарях тоже. Продолжаем. 143, 140, 144, царапины, просто не помыто. 142. Двери закрываются хорошо. Есть вот такие нюансы. По несущим 139. Не снималось. 177. 167. Здесь уплотнитель есть. 159. 153. Так. Что, заведем электропривод сидений передних. Спойлер. Так, Мишлен Primacy 3. Какой год? 16-й год. Резина. Протектор. Где? От метки еще несколько миллиметров. Нормальная резина. Нормальная. Так, здесь Primacy. Кстати, 235/55 R17. Здесь торк. Тормозные диски нормальные. Колодки не видно. Здесь профиль тоже хороший. Лучше, чем там. Откроем капот. А сейчас заведем. Магнитола не заводская, здесь изначально стоял коннект, наверное, коннект второй. Сейчас я прикрою двери. Так, уровень топлива, все остальное. Окей, окей, уровень мывателя, уровень топлива низкий. Так, здесь магнитола. Климат. КПП нормальное. Синк Microsoft. Здесь было. Тихо.
не надо так орать. Рабочий стол. Да, симпатично. Люк. Салон изношен, выглядит на 150 тысяч. Здесь трещина. Сидушки, подлокотник, плафон. Да. Предпродажная подготовка еще не проведена. Открываем. Капот. Работает тихо, ровно. Капот у фьюжинов открывается вот здесь. Если вдруг кто не знал, кочерга стандартная. Я извиняюсь. Все одной рукой. Слушаем работу. Нормально. Проверяем фарки. Здесь спаяны. Здесь заглушечка красивая. Не хватает чуть-чуть пуклей. Пукли стоят 3 гривны. Вот такие. 4 гривны вот такие. Дальше. Фарки. На месте все. Где здесь лейбл? Что-то не помню. Ну, оригинал, они родные, помутневшие. Фары оригинал. Вот так. Пошли. Ну, работает мотор, все полностью служен. Нужно только сделать компьютерную диагностику. По желанию. Итак, проверяем работу коробки. Выжимаем тормоз, выжимаем кнопочку. Rear, ударов ничего нету, камера срабатывает. Это rear, теперь drive. Все ровненько, плавненько. Что, одну Хонду сегодня смотрел, там такое творилось, просто жесть. Да, все хорошо. Паркинг. Так, 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 так. Руль. Отлично. Да, ни скрипов, ничего. Руль нормально на 150 тысяч. Как раз 120-150. Здесь 126 тысяч километров, напомню, пробег. На зеркале вот такая штука. Вот такой фьюжн. Или наш европейский Мондео. В итоге в сухом остатке, что мы имеем? Цена, наверное, самая низкая на рынке. Год, пробег, комплектация. Крашен, шпаклевочка. Соответствующая цена. По технически автомобиль отличный. Большой.
Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кого интересует осмотр, обращайтесь.